Новость о пополнении в семье сына народного артиста Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной появилась совсем недавно. Так на днях стало известно, что 25-летний Павел Табаков подарил матери внучку еще 10 месяцев назад. Возможно, Павел и дальше пытался бы скрывать от общественности факт наличия у него ребенка. Но его мама Марина Зудина решила все-таки раскрыть правду. Актриса заявила, что не любит распространяться о семейной жизни. Однако во избежание сплетен она все-таки рассказала о своей 10-месячной внучке и о ее крестинах. Девочку назвали Мия, а при крещении в церкви она получила православное имя – Марина. Как выяснили представители прессы, малышку родила актриса Софья Синицына в августе 2020 года. Слухи о романе Табакова и Синицыной впервые стали появляться еще в 2017 году. А в 2020 году она начала публиковать снимки с ребенком. Однако никакими другими подробностями Софья тогда делиться не стала. Софья Синицына – коллега Павла. Она известна зрителям по ролям в таких сериалах, как «Кухня», «Магомаев», «Душегубы». Девушка родилась в Муроме, все детство занималась вокалом, а после школы переехала в Москву и поступила в институт имени Бориса Щукина. Кстати, недавно в одном из интервью Зудина рассказала, что ее сын довольно часто заводит новые романы с разными девушками. Она даже не уверена, влюблен ли Павел кого-то на данный момент, поскольку перемены в его личной жизни происходят слишком уж часто. На сегодня известно, что с матерью собственного ребенка молодого человека уже давно не связывают романтические отношения. Жениться родители также не собираются. Но Табаков всячески помогает Софье и своей пока еще единственной дочери. По слухам, молодой отец уже долгое время оплачивает проживание девушки с дочерью Мии на Патриарших прудах. Вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!